Всем привет, ребятки, с вами я, Кира ТВ, и сегодня мы будем делать обзор на канал, который ненавидит Гидор 2019. Я называется Фиолетовая Фурия. Я даже вижу по ее анимации, что она хуже меня делает все. Всем привет, сегодня... Что за голос? Послушаем. У меня колечек на одну дуру. Слушай. А за что так называть Гидроль дурой? Если ты сама-то не лучше ее рисуешь. И ты самая худшая анимашня, ну реально, это какое-то говно. Ну смотрите, что с глазами? Где нос? Где нос твоего Фурии, а? Где нос? Надо нарисовать нос. Чем твоя ос будет дышать? Ртом и жабрами крокодила. Больше бесит мне это уже анимация. Она говорит, что она что я с юга. Да, ты по твоей рисовке видно, что ты маленькая с юга. Во-первых, ты издева. Ты, во-первых, где у твоего оса нос? Ну реально, где он? Где нос? Ты Фурия. И за тебя надо будет дышать. Ты этого. Вот, она отвратительно рисует. Если ты знаешь, ты ужаснее ее рисуешь, потому что Дуриана бесит. Вот ты посмотри на ее рисовку. Короче, вот смотрите, это Фурия. И где нос? Где нос? Где нос у тебя? Твой ос. Где у твоя нос? Где у твоей ос? Нос, а? Носа что, нету? Наверное, от такого питерства я могу даже забыть. Это хуже гриферов из Майнкрафта, ну реально. И она такая, возьмёшься королева мира. Ты реально, может, такая странная сьюха. Но она бесит меня. У меня она сейчас из-за нее я сдержаю свои гзости, я представляю свою я пытаюсь не материться на этом видео, но ёлки. Какого она скоблять Гидорочку? О, каштой, ой-ой-ой. И смотри, как послушай. Оставит себя лучше других и придумывает не настоящие проблемы. А может, ты придумаешь и... Слушай, моя девушка маленькая. Сейчас ты такие себе, проблемы создаешь, что же тебе придется уходить из Ютуба? И ты во нету оса, кстати. Вот и Фурии нету носа. Странно. Я сейчас вам покажу ее голос. Всем привет, Фурия! Ты Фурия! Вот так как-то. Ну, как он похож на Басю из Майнкрафта нубов? Смотри. Всем привет, Фурия! Вот так как-то ее голос выглядит. Ну и так. Конечно же. А я говорю, как нормальный. Извините, как... Если она без носа, то смотрите, как она говорит. Всем привет, меня. Фиолетовая Фурия. Вот так как-то, если так. Я ставлю этому каналу 2 из 10. Потому что... А я твой канал ставлю 0 из 10. Рисовка ужасная. У твоей Фурии нет носа и критикуешь канал Гидор 2019. И зачем ты будешь рисовать? Ну, с вами был я, Кира ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем удачи, и всем пока-пока.